Друзья, всем добрый день. А сейчас я хочу вам рассказать, как стать пилотом в Германии. Мы сейчас находимся на небольшом аэродроме. Вот такие вот планеры летают здесь в основном. Безмоторные, есть с небольшими моторами тоже. Так вот, о пилотах еще раз. В этой вот школе здесь принимают для обучения с 14 лет. Есть возможность, то есть платишь здесь деньги, и тебя учат полетам. Можно, конечно, и прежде чем начать учебу, просто прийти в эту школу и сделать 10 пробных полетов. Это обойдется взрослому в 350 евро, а для подростков до 18 лет 175 евро. Если же вы решили начать обучение в этой школе, вот сейчас мы смотрим, как будет стартовать такой вот самолетик. Вот человек справа стоит, показывает, что готов к старту. И вот пошел старт. Вот самолет стартует при помощи такого троса, который на котором в конце висит вот небольшой парашют. Вот сейчас его вытаскивают на высоту. Ветер у нас слева, поэтому он как бы немножко против ветра пошел. Ну, это понятно. И набрав определенную высоту, он сбросит с парашютом этот трос. На другой стороне поля стоит такая машина, как бы с лебедкой, которая очень быстро дает разгон самолету. Вот еще раз возвращаемся на летное поле. Так, вот вернемся обратно к образованию пилота. Здесь получаешь пилот такого вот безмоторного самолета. Обучение для взрослого в течение 2 месяцев нужно пролетать с инструктором. Вот, и потом 50 вылетов нужно самому сделать. Но кроме этого нужно еще выучить теорию. На теории здесь первое, что учится, правила использования воздушного пространства, аэронавигация, метеорология. Ну и когда вы все эти предметы выучите, вы можете сдавать экзамены. При условии, конечно, что вы самостоятельно можете летать. Нужно выполнить минимальное количество полетов, 50. Для более младшего поколения здесь с 14 лет вступают в эту школу для обучения. И летать они, конечно, могут только в этом районе, в учебном. Вот сейчас мы видим парашютик, который спускается, вот там красная машинка. Вот
приземлился самолет. Здесь можно просто как туристу или гостю просто попробовать полетать. Вот как сейчас, допустим, просто посетитель пришел, и его взяли пассажиром. Максимально они двухместные, эти самолеты. Вот сейчас летчик или пилот, можно сказать, оценяет. Вот идет человек, который сейчас там колесо прикрепил, чтобы его толкать. А вот просто женщина-посетитель, которая решила сделать пробный полет. Это стоит где-то в пределах 40 евро. Вот они сейчас будут цеплять самолет, чтобы оттащить его обратно на стартовую площадку. Ну так вот, да, здесь каждый практически может прийти и попробовать в течение 15 минут вот полетать на таком самолетике. Стоимость 40 евро. Так вот, для обучения более младшего поколения, начиная с 14 лет, здесь такие ребята тоже ходят, вот они занимаются здесь, ну это немножко тянется в пределах года, и стоит это где-то 500-600 евро в год. Вот. И также каждый час, летный час с преподавателем стоит здесь от 10 до 40 евро. Именно вот это вот 10-40 евро, это колеблется в том, платишь ты полную сумму или же отрабатываешь ее. То есть если здесь вот ребята, вот, которые едут на машинке, допустим, он отрабатывает. То есть это учитывается ему как бы в оплату за полеты. Вот еще один приземлился самолетик. Вот эта машина, она тянет вот два троса от, так сказать, буксировочной этой машины. Они вот на краях, там небольшие парашютики, которые потом отцепляет этот пилот после набора высоты. А эта машинка ездит, так сказать, к этой красной машине, которая тянет этот трос, забирает и притягивает его сюда к самолетам. А сейчас вот там на заднем плане мы видим, как самолет подготавливает к старту, его разворачивают. Здесь к первому самолету уже принесли трос с парашютиком. Вот так будущие пилоты, начиная с 14 лет, как бы учатся уже летать на таких вот планерах без мотора. И я бы сказал, это довольно недорого. Платить 500-600 евро в год для ребенка. Ну и, конечно, плюс эти 10, допустим, евро за час полета с инструктором, ну это буквально в течение 2-3 месяцев ребенок обучается, и он имеет право уже над этим аэродромом, естественно, после прохождения теории уже летать сам.
Ну вот сейчас он дает старт, что самолет готов к старту, поднял руку. И мы сейчас увидим, как этот самолетик стартует. И вот пошел старт. Вот быстрая тяга, он практически через несколько метров взлетает. Набирает высоту и, подходя к конечной точке аэродрома, сбрасывает, отцепляет этот трос, который опускается на парашюте. И так вот буквально каждые 15 минут взлетает 1-2 самолета. Вот ребята, так сказать, отрабатывают свои летные часы, вручную толкают самолет на стартовую площадку, на начало аэродрома. Поэтому для них это недорого обходится полеты. Самолеты не требуют топлива. Единственная машина, которая с лебедкой работает в конце аэродрома, но это уж не такие большие затраты, тем более здесь каждый человек, который обучается, платит еще вот этот взнос. Это, допустим, вот 350 евро взрослый, который буквально в течение 2-3 месяцев хочет обучиться и получить свидетельство пилота. Вот мы видим, как довольно-таки быстро он взлетает. Прежде чем поступить в эту летную школу, естественно, нужно пройти медицинское обследование. Человек должен практически здоровым быть. Это специальное медицинское обследование вот для летчиков, чтобы не было каких-то отклонений, потому что управлять любым средством, самолетом или быть водителем автомобиля, это несет определенные риски, понятно. Эта летная школа находится в Гамбурге, Германия. Если у кого будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. И вот самолетик заходит на посадку, сделал небольшой круг вокруг аэродрома и вот сейчас мы увидим мягкую посадку. Выровнялся и уже в горизонтальном положении вот он открыл
для торможения заслонки. И вот он приземлился. Вот еще один самолет идет на посадку. Это бесшумные небольшие машины, максимально для двух человек, на которых можно очень-очень долго держаться в воздухе, если, конечно, есть определенные навыки или, можно сказать, обучение. И я благодарю вас за просмотр нашего видео. Кому понравилось наше видео, ставим лайки и подписываемся. Спасибо.